Привет. Это канал «Разговор с Богом». Сегодня я покажу новое оборудование, которое мне подарила жена на наш небольшой праздник, годовщину. Это флеш-карта, которая будет вот сюда, в общем-то, вставлена. Как вы догадались, это экшн-камера. Она будет мне помогать в дальнейшем видео. В общем-то, ну что ж, сейчас мы распакуем это сокровище. Также мне, в общем-то, подарили, правда, старенькую вот такую колоночку, которая будет в дальнейшем мне тоже помогать в моем видео. Как вы знаете, в принципе, наверное, догадываются какие. Так, ну что ж, приступим к распаковке. Я сейчас поставлю поудобнее телефон для видеосъемки и будем распаковывать. Так, ну вот надо срезать уголочек, я так понял, чем нужно. Я нахрен. Нет. Так. В общем-то, вот такая адаптер и вот такая флешечка. Следующий этап. Следующий этап. Это экшн камера. Сейчас мы ее распакуем. Так, тут что-то наклейка. Так, смотрим, что у нас тут. Получается, у нас тут, собственно, сама экшн-камера.
Да, вот она, красавец. Можно с крепежом. Объем памяти до 32 гигабайтов. О, тут много еще разных примочек. Так, разные крепежа. Крепежи. Инструкция, обязательно инструкция нужна, конечно же. Понятное дело. Так, главное не поломать флешку, а то я сейчас уже накидал все. Вот он еще крепеж. Вот он еще один крепеж. Так, провод. Да, провод. Для того, чтобы кидывать разные видюхи. И вот еще ремешок один для крепежа. Но обязательно, конечно, вот эти штучки гелевые нужны. Обязательно. И, конечно, гарантийный талон, который никогда не заполняется, но большинство случаев. Сама камера Full HD 1080 Digma D-Cam 170 Action камера. В общем-то, вот такое. Так, что еще у нас дальше идет? Водонепроницаемый бокс. Но это даже объяснять не нужно. Съемки под водой. Крепление на руль велосипеда. Вот оно, крепление. Я думаю, даже некоторые вот эти крепления тоже подходят. И вот это крепление на шлем. Если будем снимать съемка со шлемом. Адаптер-переходник. Вот он. Адаптер на резьбу, в принципе. Вот она, резьба. Адаптер. Рамка. Рамка, вот она. Что еще есть? Повязка на бандаж. Вот она, все, повязка на бандаж. USB кабель. В общем-то, вот такие дела, ребят. Вот оно все. Новое оборудование, которое скоро будет применяться в моих видео. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Делайте комментарии. А я буду вам радовать новым видео и новыми интересными своими проектами. В общем-то, всем пока.